такой дикий, словно только скот спустился и сейчас зарежет. Белла, стараемся набирать цивилизованных. Как управляющий, я вам это ответственно заявляю. А уж если что и... Его высокопревосходительство, генерал-губернатор! К нам приехал, Алексей Алексеевич, да, дорогой! Алексей, Алексеевич! Алексей, Алексеевич! Алексей, Алексеевич! Пей до дна! Пей до дна, 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 пей! Потому что враг не дремлет. В тот момент, как мы пьем это вино и сидим за этим столом, жандармские ищейки снуют по всему городу, выискивая заговорщиков. Но мы не заговорщики. Нам не нужно чужое. А, вот. Нашел, думал, забыл или потерял. С документами в дороге аккуратнее нужно. Леон Аристархович Кипиани, добро пожаловать в лучший отель Батума. Гостю из Кутаиси мы всегда рады. На людных улицах, конечно. А почему было? Заводы стоят, рабочие без дела дурью страдать стали. А тут пожар был, обгорелый труп нашли. Думали, сгорел человек на работе, а зейнлиц из него 5 пуль револьверных вытащил. Ужас какой. Я, кутаиский военный губернатор, генерал-майор Смагин Алексей Алексеевич. Кто от вас будет говорить? Ломоносов! Пропустите человека! Я, Сильвестр Ламджария, рабочий. Мы многого не требуем, господин губернатор. Мы хотим, чтобы нас за людей считали. Достойное требование. И в чем оно выражается? Человек не может трудиться 16 часов кряду. Рабочий день 10 часов. Такое наше требование. Штрафы. Не могут забирать больше трети жалования. Это второе. Штрафами замучили! Штрафы сдирают! Это правда, что рабочие говорят? По 16 часов работать заставляете, штрафами тушите. Неправда, ваше высокопревосходительство. Штрафы только по делу, а работать никого не заставляем. Сейчас непростое. А жить нам на что? Рабочий. Oh.
раненым помогал. Заряжай! Цель! Пли! В бою товарищей прошли тысячи и миллионы новых борцов, столь же бесстрашных, обеспечивших этим героизмом массы победу. Речь на открытии мемориальной доски героям Октябрьской революции 7 ноября 1917 года.